15 октября отмечено на календарях всего мира как День Белой Трости. Эта дата напоминает обществу о существовании незрячих людей. В Иванове специальные мероприятия по этому поводу провели сотрудники ГИБДД и активная молодежь. На улице Ташкентской вдоль проезжей части ребята выстроились с плакатами, напоминая водителям о слепых пешеходах. Мы стояли с плакатами, то есть на нем были изображены очки, то есть это вот символ как раз-таки того, что люди с ограниченными возможностями зрения. И надпись там «Осторожно, слепые пешеходы» и «Внимание». Место выбрано не случайно. На предприятии «Электро» в Иванове трудятся слабовидящие люди. Каждый день они пользуются этим пешеходным переходом. «Зебра» оборудована специальным предупреждающим знаком и светофором со звуковым сигналом. Светофоры с сигналом устанавливаются там, где возможно появление слабовидящих людей, где находятся учреждения, где они работают, где находятся учреждения, где они учатся, возможные места их появления. Порядка 8 таких светофоров я могу сейчас вспомнить. Звуковой сигнал позволяет слабовидящим пешеходам сориентироваться. Беда может произойти в том случае, если водитель решит нарушить и проскочить на красный, не подозревая при этом, что на проезжей части слепой пешеход. К счастью, за последнее время подобных ДТП не случалось. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.